В замечательном городе Красногорск проходит 4-й финал Московской области регионального этапа Всероссийского фестиваля детского дворового футбола. Сегодня на этом стадионе собралось 24 команды, которые представляют всю географию Московской области. В каждой команде принимает участие по 8 человек. Значит, команда разбита на 8 групп, по 3 команды. Сейчас проходят предварительные этапы. Победители групп будут встречаться в финальном этапе по олимпийской системе на выбывание. Фестиваль направлен на популяризацию футбола на территории Московской области, вовлечение всех слоев, особенно детей, в занятия физической культурой и спорта. Ну и посредством футбола мы хотим тем самым показать пути, новые пути развития и совершенства подрастающего поколения. Они играют 6 на 6, по системе 6 на 6. Фестиваль проходит второй раз в городе Красногорск, а также он проходил в городах Видном, в Люберцах. Но я думаю, что Красногорск, данный стадион, в общем-то, наиболее подходит к данному турниру. Мы очень рады, что в Красногорске проводится турнир дворовых команд. Собралось очень много команд, дети все рады, хорошая, прекрасная погода, все играют, также все получат подарки от организаторов, будут награждены кубками, медалями. Сегодня очень большой праздник футбола, и он у нас проходит в Красногорске. И это очень здорово.